Понятно, они же учатся в музыкальной школе. Да, они учатся в музыкальной школе имени Рихтера. И у нас замечательный концертмейстер Марина Владимировна. Очень приятно, спасибо. Тем более в 15-м году было столетие Святослава Теофиловича Рихтера. И здесь, в этом зале, прошел прекрасный вечер, у нас играл пианист. Кстати, он Куашвили. Состоявшиеся люди уже. Просим, давай, Гузелла, что ты споешь, скажи. Я спою «Я помню вальс». «Я помню вальс»? Звук прелестный, да? Замечательно. Давай, дальше.